Губернатор Ивановской области Михаил Мень взял расследование дела о нападении на кинешемского журналиста Юрия Головина на личный контроль. Напомним, что корреспондент еженедельника 168 часов был избит в одном из кафе города Кинешмы. Сейчас Юрий Головин по-прежнему находится в больнице. Как сообщил журналист участковый, пока уголовное дело не возбуждено, так как полученные Юрием телесные повреждения являются легкими.